Перед основным видео хочу сказать пару слов насчет данного видео. Я его не планировал делать, это получилось случайно, спонтанно как-то. Пока я искал материалы для видео, которое я уже отснял, оно находится в монтаже и выйдет числа 14-15, наверное. Данное видео получилось неформатным, ну то есть это запись разговора и довольно длинным, около 10 минут, то есть по продолжительности примерно как и вот то видео основное. И поэтому я посчитал, что как такая вставка в основное видео, оно не подойдет из-за такой продолжительности. При этом я подумал, что оно может оказаться полезным людям, ну, тем, кто ищет машину себе подешевле, особенно, что не стоит смотреть на слишком низкие цены и думать головой. Ну что, такого не бывает, если машины в два раза дешевле, и типа там есть какое-то логичное объяснение. Нет, не бывает. Либо эта машина плохая, либо вас хотят развести, и в итоге вы заплатите больше. В общем, без лишних слов, поехали. Дилерский центр Лефортово, здравствуйте. Здравствуйте. А я вот по объявлению звоню насчет автомобиля. Это актуально еще? Который смотрите? Volkswagen Polo. 21-го года. Так, цвет какой? Белый. Секунду. У нас несколько вариантов есть за 410 и 411 тысяч. А почему такая цена необычно низкая? Данный автомобиль был на тест-драйве, цена будет актуальна в кредит, так как скидки идут от салона и плюс от банков-партнеров. А в кредит, а без кредита нельзя? Без кредита, только новый, без пробега. Данный автомобиль за наличный расчет не приобретете. А почему у вас так много их по такой цене? Там немного пола остались, 4 штуки. Ну, я не конкретно про полу, я вообще вот говорю, что у вас много таких объявлений, и Весту у вас есть, и, в принципе, по такой цене. Они что, у вас все с пробегом? Мы в данный момент ликвидируем склад автомобилей с тест-драйва и с пробегом, так как у нас ожидается крупная поставка автомобилей 2022 года. А вы считаете, что по более высокой цене он не ликвидируется, что ли? Я не считаю так, такие условия. А в чем подвох? У нас нет подвоха, нам выгодно их распродать. Но я вам говорю о том, что вы их сможете распродать и по более высокой цене. Такие условия у нас руководство поставило. Покупку в автокредит вы рассматриваете? А это что значит? Мне придется переплачивать сколько-то? Там еще идет процентная ставка от банков от 1,3 до 6. Ну а какая стоимость будет конечная? Я не могу вам сказать, на каких условиях будут сотрудничать с вами банки. Это вы узнаете после рассмотрения анкеты в салоне. Ну какое условие самое, допустим, невыгодное для меня может быть? Какой процент? 6% это максимальный. Так, 6%, то есть 410 тысяч плюс 6%, да? То есть получается за 434 600 рублей я могу купить этот автомобиль? Это в зависимости от того, на какой вы срок возьмете. Плюс от того, который взнос у вас будет. Расчет делают банки. Ну вы же назвали, что вот этот процент самый высокий, я правильно понимаю? Процент годовых, в зависимости от срока будет, опять же. Но вы можете мне сказать самое невыгодное, ну то есть вот самую высокую сумму, которую я буду должен заплатить? На полную стоимость или вы взнос будете делать? Буду взнос делать, максимальный. Каком? Так, максимальный это у нас 50%. На какой срок? На один год. Ну или на самый минимальный срок? Минимальный это 3 месяца. Значит, на 3 месяца? Так, если на 3 месяца, переплата около 2000 будет. Так. Со взносом 50%. То есть получается, что я заплачу за этот автомобиль 412 тысяч? Примерно так, да. Ну и в чем подвох? У нас нет подвоха. Послушайте, интересное предложение, вы можете подъехать и оформлять. Я взрослый человек, я понимаю, что такого не может быть. Я вам условия озвучила, вам принимать решение.
Я у вас спрашиваю, что это за условия такие? Такого не бывает, такого просто не может быть. Но я же не буду с вами спорить. Я вам озвучила те условия, которые у нас в салоне. Уже вам решать. Хорошо, то есть я приеду, и условия не изменятся, я правильно понимаю? Данные условия будут актуальны на время акции, это до 14 января. Угу. Ну, ясно, спасибо. Пожалуйста. Счастливо. Ну что, как думаете, стоит ли туда ехать и узнавать, как именно они дурят народ? У меня на самом деле был такой опыт, о нем я чуть дальше буду рассказывать, и... Если вам это интересно, то давайте хотя бы 5000 лайков наберем, и я съезжу. А теперь продолжим смотреть дальше. Там есть еще один звонок. Мне уже перезвонили. Я до этого звонил, трубку не взяли. Тоже из автоцентра. Здравствуйте, я слушаю. Здравствуйте, меня зовут Егоров. Это он независимость, приветствует вас. У нас был пропущенный звонок от вас. А по поводу автомобиля вы откуда звоните? Не понял. По поводу автомобиля, да, мы из автосалона, да. По поводу автомобиля. А, да-да-да, я ищу. Но мне понравилась у вас цена какая-то, она слишком низкая. Вот мне интересно, почему так получается. Сейчас предоставляем дилерскую скидку на автомобили, которые поступили в начале прошлого года. Именно на них мы, собственно, предоставляем большую скидку по банкам, чтобы компенсировать банковскую переплату. А... По банку? А что значит по банку? Я без банка готов купить просто наличными. У нас автомобили только по кредиту реализуются. А какие условия? У нас 20 банков-партнеров, мы составляем заявку, подаем, мы получаем кредит, и вы выбираете банк, с которым хотите работать. Ну вот какие самые могут быть невыгодные условия при максимальном первоначальном взносе и при самом минимальном сроке? Может быть, 50-80 переплатите. Ага, то есть, если автомобиль стоит 350 тысяч, я, допустим, его куплю где-то за 400, за 430, да, 450, типа, да? Да, да. А как такое возможно? Ну, переплата по банкам. В смысле, как такое возможно? Ну, это же не рыночная вообще стоимость ни разу. Это там больше, чем в два раза меньше от рыночной стоимости. Как такое может быть? Вы какой автомобиль видели у нас вообще? А вы откуда звоните? Это салон независимости. Я что-то такого не вижу пока в салон независимости. Есть вот Гензер... А, ну вот, да, ну так бы так и говорите, вы же подписаны, так вот. Да, так, я смотрел Весту, она стоит 347 тысяч. 21-го года? Да. Этот автомобиль участвовал у нас в тест-драйве, собственно, на него и предоставляется такая скидка. Он участвовал в тест-драйве, потом тест-драйв был отменен. Сейчас мы реализуем эти автомобили. Ну, тест-драйв, и что тест-драйв? И она может так вот больше, чем в два раза упасть в цене из-за тест-драйва? Это же не краш-тест какой-то. Почему такая стоимость-то? Это не объясняет. Это дилерская цена. Что, я должен аргументировать вам цену? Скидку вам должен быть? Я могу понять, если было бы дорого? Да потому что я приеду к вам, а в итоге выяснится, что этой машины нет, или какая-нибудь еще херня начнется. Я уже приезжал так, поэтому я не хочу просто так ездить. Я взрослый человек, и я понимаю, что это как-то странно. Поэтому объясните мне нормально, в чем тут какой-то подвох или что это? Ха-ха, повесил. Поэтому я не знаю, имеет ли смысл ехать вот даже по той, где в Лефортово это было, потому что я как-то давно, еще году 14-м, в 15-м, ну не помню, в общем, ездил, тоже так же нашел машину, в итоге приезжаю, этих машин там нет абсолютно, хотя вот, их тут много, довольно большой выбор по очень-очень вкусным ценам, очень странным ценам. И да, кстати, это видео также участвует в конкурсе, подробности ниже в описании.